Biosat. Что с тобой? Так, китайская палка. Я обманул. Бенгальки у Биосат. Биос, что ты тут делаешь? Я тут нашла пластинки. У нас будет сниматься вот эта вот актриса. Так, 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 так. Что можно сделать на порядке? Так, все нормально, подумаю. Вы тут фанат, что ли? Да. У нас как бы время идет. Вы напишите. На. Вообще кошмар. Бездельники. Дубль два, снимаем. Люмус Максима. Всем привет! Это программа «Бесконечные новости», и с вами я, ведущая Мирослава в образе Гермионы. Сегодня у нас в гостях актриса, блогер и модель Анастасия в образе Харли Квинн. Здравствуйте! Приветик! О чем вы мечтали в детстве, и сбылась ли ваша мечта? Я мечтала с детства быть актером или ведущей. Поэтому и выбрала эту профессию. А, правда, все случилось не так быстро и не так легко, как я мечтала в детстве. Мне пришлось пройти очень сложный путь, потому что в том городе, где я родилась, эти профессии, к сожалению, не востребованы. И на них не учат. Поэтому в детстве моя мечта оказалась невозможной, несбыточной, невероятной. И в моем окружении меня практически никто не поддерживал. Что вы пожелаете нашей студии? Я бы хотела пожелать ребятам, которые сегодня выбирают этот путь, эту профессию, интересуются этой сферой, не бояться мечтать, не бояться хотеть стать частью этого невероятного мира кино или телевидения, идти к своей цели и не слушать никого, если кто-то их не поддерживает. Я бы очень хотела вам пожелать, чтобы ваши родители и ваши педагоги, окружение вас поддерживало, верили в вас и верьте сами в себя. Самое главное в любой профессии, в любом деле – это труд, терпение и цель. Если вы будете четко понимать, к какой цели хотите прийти, вам будет проще справляться с трудностями и испытаниями на пути к этой цели. Желаю студии Morgan Film новых идей, невероятных проектов, горящих сердец, поддержки со стороны руководства, администрации и, конечно же, родителей. В нашей школе в этом году 60 лет. Как вы запомнили свою школу и как бы вы поздравили ее? От всей души поздравляю школу номер 8, весь педагогический состав с этим юбилеем. Желаю вам талантливых, активных, творческих детей, понимающих, адекватных родителей,
Не переставайте верить в своих учащихся, поддерживать их. Создать им необходимые условия, чтобы они, наконец, сняли свой самый лучший фильм и удивили весь ваш город. А также купите им хорошую камеру, хороший фон. В кино очень важен звук. Разные сайты, которые сотрудничают с образовательными учреждениями. Администрация. Обязательно нужно написать заявку в администрацию. Медийное направление сейчас очень востребовано, особенно в сфере дополнительного образования и общего образования. Гранты. Российское движение школьников. Посмотрите, пожалуйста, очень много грантов для развития медийного направления в образовательных учреждениях. Спасибо вам за интервью. Больших вам творческих успехов. И не забудьте позвать меня на премьеру вашего нового фильма. Нокс. Далее в программе репортаж про юнармию. Разные писатели. Прямо здесь и прямо сейчас происходит посвящение новых участников юнармии. Давайте на это посмотрим. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Советовала послушать Гэнгста.
Это очень мелодичная песня. We Song Me очень круто звучит. Потом Heathens, 21 Pilots. Мне очень нравится эта группа, поэтому я бы посоветовала. Из хищных птиц я бы посоветовала Sway With Me. Очень звучит. И Jokes on You. Спасибо за просмотр. Пока. Пока. You to know that I support you. I'ma hold you down now. I'll be here for you. 'Cause no matter what, I can't let you go. Let
your side, whether day or night. Never letting go, hey. Never walk away, hey. Always by your side, whether day or night. Never let you go, never let you go, never let you go. Take it there.